Технические и процедурные моменты прохождения эстафеты по Оренбуржу еще не определены. Олимпийский огонь приедет в наш регион лишь в декабре 2013-го. Но уже сейчас ясно, что протяженность маршрута составит 40 километров по Оренбургу. А гостей, это и представители Олимпийского комитета, спортсмены, журналисты, обслуживающий персонал, в том числе и иностранцы, в Оренбург приедет не меньше 1000. В то же время власти обещают, что неудобств, вроде тех, что оренбуржцы испытывают при визитах в город президента или премьер-министра, не будет. Город является в лице главы администрации Арапова участником рабочей группы. И, естественно, как бы вот решаются все вопросы, связанные как с внешним видом города, с загруженностью тех маршрутов, по которым будет проходить Олимпийский огонь. То есть эти все вопросы учитываются. От Оренбурга в эстафете Олимпийского огня будут участвовать 200 факелоносцев. И стать им, по заверению Павла Самсонова, может каждый оренбуржец. Процедура отбора факелоносцев будет ясна в начале 2013-го. Но уже сейчас понятно, что предпочтение им будет отдаваться людям публичным, известным достижениями в различных сферах жизни региона.